Сын мира сего поглотили народ. Мудра мать Джан Тургурмена Рикетера. И немногие, не только немногие, а ларамат Джан Тургурмена Рикетера проводит в молениях проводит время, а ларамат Джан Тургурмена Рикетера Кинджанда. Майтуре Титере Бичан Курмана Ракал Рикетера. Рассуждение сейчас, о, на реке Сантар, как стало трудно жить. Вдохи, выдохи, опять вдохи, ойканье, а это совсем мне не угодно, а это совсем мне не нужно. А Роман Рикиман Рикетера, я хочу, чтобы вы от этого были далеко, далеко, я хочу, чтобы вы прославляли имя мое. А Роман Рикетера Гринджеда, и свою надежду, и упование возложили только на меня, и с чистым сердцем приходили к жертвеннику, чтобы жертвы ваши Аларабаджин Гирмана Рекетери Кинджадов стояли предо мной, чтобы я мог отвечать вам Аларамана Рахал Рикетера чистое сердцем узряд Аларабаджин Гирмана Орамана Рахал Рикетера, но если сердце загружено, ну что вы узрите, что вы увидите Аларамана Рикетера, ой, 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 вздохи, вздохи, тяжко, тяжко, оно этого не должно быть. Это не присущно для вас, дети мои. Но это работа Кимена Рикетера, ибо я с вами. Я с вами. Почему ойкать? Почему вздыхать? Почему сердца свои отягощать? Зачем Аларамачен Кирбада Рикетера? И куда с таким сердцем пойдешь? И далеко ли ты уйдешь, Аларамачен Кирбада Рикетера? И что ты узришь с таким сердцем? Сердце должно быть свободно, чисто, улрапатарки, патарикетерики, чата, и могло только благодарить и радоваться, благодарить и радоваться. Вот о чем, народ мой, к вам сегодня я говорю. Аминь.